убивает для себя не волчицы. Не волчат, сколько надо убить. Но нельзя убивать для потехи. Не убить человека не смей. Смотрите, волки. Это детеныш человека. Совсем голый. У него нет ни шерсти, ни клыков. Он такой маленький, я бы мог убить сегодня все прочь! Смотрите. Он совсем не боится. Зачем стать щенок человек? Человеческий детеныш здесь! Шакал! Лизоблюд, давай! Свободные волки презирают табаки! Он рыщет повсюду и сеет раздор! Разносит сплетни, не брезгает ничем! Роется в деревенских мусорных кучах! Все же они боятся табаки! Потому что он чаще других зверей в джунглях болеет бешенством! Но когда он бегает по лесу, знают все, кто попадается ему на пути. Шерхан. Шерхан делает нам большую честь. Что нужно Шерхану? Мою добычу. Детеныш человека здесь. Отдайте его мне! Волки свободный народ. Не слушают только своего вожака. Человеческий детеныш наш. И если мы захотим, то съедим его сами. Сами! Захотим? Какое мне дело? Клянусь буйволом, которого я убил. Долго мне еще стоять, уткнувшись носом в ваше собачье логово. И ждать того, чего мне положено по праву. Шерхан поменял место охоты. И теперь весь месяц будет охотиться здесь, в горах. Не имеет права! Никто не имеет права менять место охоты, не предупредив об этом. Ты распугаешь всю добычу на 10 миль кругом. Детеныш мой! Отдайте его мне! Разве мало в пруду лягушек и жуков, чтобы стал питаться человечеством? Человек. Самое слабое и беззащитное из всех существ. И трогать его недостойно охотника. Его родители убежали, оставили его одного в джунглях. А Шерхан бросился в костер. Ты промахнулся! Хватил шума! Привез костер дровосека! Пошел вон, каленая кошка! Вон отсюда! Детеныш мой! Это говорю я, Шерхан! Отвечаю я, Ракшидер! Человеческий детеныш мой и останется у меня. И не клянусь оленем, которого я убила. Ты отправишься на тот свет храму, на все четыре лапы. Убирайся в паленые чудища джунглей! Вон отсюда! На своем дворе всякая собака лает. Поглядим, что скажет царь. А я ухожу. Но запомните, я подстерегу щенка и съем его, когда захочу! Я так говорю, Шерхан, владыка джунглей! На этот раз Шерхан говорит правду. Детенышу нужно показать стаю. Ты точно уверена, что хочешь оставить его, Ракша? Оставить? Он пришел к нам совсем голым. Ночью. Один. Этот хромой мясник убил бы его и убежал.
меня искусают. Разорили бы наше логово. Да, я оставляю, ведь он еще стоит. Лежи спокойно, лягушонок, ибо лягушонком Маугли я назову тебя, и ты будешь охотиться за Шерханом так же, как он охотится за тобой теперь. А пока нужно созвать совет стаи. Но по закону джунглей жизнь щенка может быть
Да-да, так говорит закон. Мой брат, жирный бычок, убитый этой ночью всего в полумилять. Я предлагаю выкуп за этого детеныша, если вы примете его в стаю. Понимаете ли выкуп, волки? Это хороший выкуп, пусть остается. Это хороший выкуп, во-первых. Человеческие дети очень умны. Щенок стоит. Где буйвол, Багира? Возьми своего щенка, Гавша, и вырасти из него достойного волка. Что будет?